Всем привет, с вами Эндербро, и как вы видите, я поменял себе скин, ну потому что с ним мне уже надоело ходить, и приступим. Сегодня я вам покажу, как делать снежного и железного големов или големов, кто как говорит. Вот так вот делается железный голем из 4 блоков железа, и из любой тыквы, можно такую, но ее нужно ставить посередине. Я поставлю обычную, и вот у нас голем железный. И также снежным можно сделать из такой или из такой. Я сделаю из светящейся. Ну, вроде бы нам это уже не нужно. И сейчас я расскажу про мой. Мобов. Голем, ты чё? Извиняюсь, у меня стоит мирная. Всегда. Вот. И они будут что-то они слишком орут. Я, пожалуй, сделаю все потише. Так. На зомби они будут бить. Зомби, вы знаете, тоже. Скелетонов тоже бьют. Кстати. Обычных пауков тоже бьют. А вот криперов-то почему они не мочат? Почему? Этого я не знаю. И лавовых слизней они не бьют. Я не знаю почему. А вот ну здорово. Ну вот голем бил Фрита. Черных пауков они тоже запросто. Сейчас они его просто не видят. Голем, смотри, паук. Вот. Не, ну, побежал за тем. Вот. Замочил. Вот сейчас второго замочит. Кстати, обычных слизней он тоже не бьет. Вот. И даже вот таких огромных он не бьет. Ему как-то пофигу на них. Ну, приступим к следующим мобам. Последним двум. Да. Это Эндермен. Он его будет бить. Я не знаю, почему он его не видит. О, голем, мне кажется, в жизни осталось. Но Эндермен все-таки слабее голема, если у голема будет голем ХП. Но все-таки мне придется строить еще одного голема, потому что все-таки побили мы его не слабо. Возьмем стящую тыкву. И как только он увидит Эндермена, он сразу же побежит к нему. Только он сейчас его не видит. А, я увидел. Ну вот, пожалуйста. И вот последний моб, это у нас чешуйницы. Они големы тоже будут бить, хоть снежные, хоть железные. Ну вот, видите? Вот они как быстро бегают. Он их не видит. Големы железные, по крайней мере, убиваются с 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ударов алмазным мечом. Ну, лучше на него не нападать, но... Ну, можете, потому что из него падает и розы, ином, и железные слитки. А снежный голем убивается с одного удара алмазным мечом. Ну, вроде и все. Ничего не было? Нет, ничего не было. Вон, кстати, голем может Эндермена. И... Да, все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Эндербро, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Пока.